challenge time. И снова всем привет, и мы продолжаем, скорее всего, заканчиваем сегодня. Я опять забыл, как она называется, потому что я и не смотрел, потому что я пишу все залпом. В общем, сегодня, я думаю, мы уже все закончим. Мне вот это все добро теперь надо отнести в гараж. И очень будет смешно, если на этом закончится серия. Тогда, может быть, я не знаю, склею или не склею, или склею, разделю на две. Все правильно, значит, где-то тут. А вот. Генераторная. Ползи, ползи, ползи. Блин, а где здесь? Согреться там можно. Ясно. Спасибо. Итак, все отнести в гараж. Гараж у нас, напомню, находится здесь. И мы смотрим как раз примерно туда. Мы идем через трансформаторы. Все, согрелась. Так, ладно, ползем, ползем, ползем. Все равно не буду я тратить силы на прокладывание столбиков. В жизни я, конечно, бы, может быть, так и сделал бы, но... Тут я не вижу этой необходимости прям такой уж. Хотя спасибо, что вы проложили здесь, да. Теперь связаться. А, передатчик где-то еще надо воткнуть. Ну, логично, чтобы на улицу не выходить. Свяжитесь. Нашим с дедовским способом. Все готово. Успех. Радиоаппаратура, канистра есть. И теперь я могу вычеркнуть, забрать на... обледеневшую металлическую башню на диком ветру во время бесконечно полярной ночи из своего списка дел, который нужно успеть перед смертью. Или может этот список дел, который меня убьет? Надеюсь, что нет. Однако погода ужасная, становится все хуже. Нужно убираться отсюда как можно быстрее. Что дальше? Диагностика еще не закончена, но вот что нам известно. Тебе нужна подробная карта местности. Они должны быть в сейсмолаборатории. Еще тебе понадобится походное снаряжение. Бивачный мешок, аптечка и так далее. Для разных ситуаций. Тебе не хватает топлива для обогрева во время сна. Видно, Сигрис, что на базе есть такое снаряжение. Ура, все должно быть в блоке Scientist. Где он? Не знаю, извини. Однако, где должно быть список оборудования, указания, место хранения? Найди его, и тут вообще-то целый рассказ. Все поняла? Значит, нет, не закончим им. Пойти в Scientist, найти список оборудования. В нем отмечено, где искать набор для экспедиции. Карты поняла. Ты смотрел фильм «Сияние»? Финальная сцена, где Николсон в лабиринте. Никак не выходит у меня из головы. Жди отчета. Кстати, знаешь, что самое интересное? Интересно посмотреть, какого года этот самый «Сияние». Подождите. Продолжаем, вы и не заметили, наверное. 80-го года он. Значит, нам надо идти в этот самый, да? Но теперь... Во-первых, мы уже там были, мы знаем. И плюс ко всему, там будет теперь тепло. Нам сюда. Так что можно через вот этот
пройти. И при этом ничего закрывать не надо будет тогда. По горам, по долам ходит шуба да кафтан. А еще мясо. О, как я быстро пришел. Сейчас я метнусь кабанчиком сразу сюда. Тут ничего нет, отлично. Смотрите, не так сильно мы обморозились, что самое интересное. Вопрос теперь в чем? Где находится, ну кроме тех вещей, которые нам нужно найти, само собой. Штуку, которую надо починить, вот эти клеммы и так далее. Давайте мы сделаем сразу. Тут у нас вообще ничего нету, я смотрю. Ладно. Может быть тут. Чё, уже? О! Сейчас, подожди, вспомню, куда мне надо. Бежать греться. Да. Оставил, называется, без присмотра. Если мне там много керосина-то осталось. Керосин, керосин, еще 5. Ну, нормально. Так, куда мне? Где эти гребаные... Отлично. Уголок тепла. И, смотрите, тут начинает оттаивать. Видимо, мне сюда надо. Так, что ли? Ну? Быстро ж вы таете. Правда, ничего полезного тут нет у вас, похоже. Серьезно? Вот вы, уроды. Так, ладно. Вот тут у нас что? Тут у нас разгром. В лаборатории. В лабораториях тоже разгром. Неремонтируемый при этом. Ладно, сделаем еще. Как ты из припоя что-то либо делаешь без нагревания его? Объясни мне. Научи меня.
Please work. Ooh. Oh yeah. А вот эти не тая, да? Ну что-то же должно растаять, наверное, нет? Оно уменьшается? Похоже, что да. Но это ничего мне не дает. То в тепле можно теперь хотя бы погадить. И на том спасибо. Короче, да, двери лучше закрывать, если в каком-либо месте можно согреться. Я нашел карту. Некоторые приемные хорей в полевых наблюдениях хранятся в разных местах блоки Science. Если вам нужно что-либо из списка, ищите их там, где отмечено. Набор для экспедиции. Хранится Field Observation. Карта ледника Рейд хранится в Data Processing для сверки с данным прошлым сезоном. Карта, если приемная на другое место, обновите список. Никому не нравится прийти не в то здание и узнать, что надо куда-то еще идти, да. Особенно если... Право, да. Этот кто-то, это я. Который тут мучится. Жопу морозит. Ну все, в принципе, тут уже не так страшно, везде есть электричество. Нет. Или тогда я просто не мог взять никакие труды, потому. Ну да. Тут я нашел. Это нас что? Это то, что я откуда пришел? Нет, по-моему. Или да? Это администрация, насколько я помню. Значит, идем дальше. Здесь мы вроде собрали. Ничего ремонтировать я не буду. Так, вот это у нас... Где мы прочли? Тяжеловато, если честно, немножко ориентироваться. В полуразрушенных вот этих всех штуках. А тут и так обледенение. Еще нашел что-то. Набор экспедиции. Че, все? А, ну отлично. Тогда идем гриться. Хотел бы сказать, я что-то так боковой ветер сносит. Фу. Мне ж сюда.
надо мне вот так вот получать опять и в гараж. Фу, блин. Ветер что-то такое ощущение, что реально сильнее стал. Я дверь, правда, не закрыл в этот раз, но... Как бы намекает, типа, а, ты не строил трассы, да? Ну вот теперь страдай. Интересно, вот эти уход... мини-горы хоть как-то спасают. Смотрите, я уже до гаража дошел. Удивительно. Тут, надеюсь, никто не восстановил вот, проволоку. Фу. Все, отлично. Согрелась. Так. Сейчас скажешь, все плохо, и зря ты там мучился, да? Запрашиваю отчет. Я все собрал. Джек, у меня для тебя отчет. Я чертовски замерзла, устала и хочу есть. Но я просто герой боевика, потому что все равно нашла всю снарягу. Не знаю, насколько меня еще хватит. Скажи мне, что снегоход готов. Скажи мне, что я могу отправляться домой. Хорошо. Но я бы соврал. Но поверь мне, мы почти справились. Правда, и ты молодец, ты просто герой. Мы еще в радарную не ходили. Плохая погода, знаю, на другое тут не бывает. Но это типа очень плохая погода. Тебе понадобится радар для навигации во время шторма. Из радарной станции. Эх, здесь есть радарная станция. Видела ее издалека. С приличного такого расстояния. Она наверху большого холма, Джек. Не скажу, что горы — это слово «холм». Не совсем верно передает размер. Ты хочешь, чтобы я забралась на этот холм? Так ведь, Джек? Да. Я хотел бы найти другое решение, но ликвидаторы почти не тронули радар. Ты можешь найти портативный радар и экран вывода, и... хорошие новости. Это хорошие новости, а плохие? Спросить тебя... про плохие новости? Ты уже догадался про плохие новости. Плохая погода, да? Ну и трудно добраться. Добраться даже в нормальных условиях несколько месяцев без обслуживания зимой означает, что условия, скорее всего, экстремально опасны. Мы уже почти можем отправить тебя домой. Я хотя бы туда бы доехал до машины. Будь осторожна. Помни, как сияние закончилось для Венди и Дэнни. Нам нужна такая концовка, без размахивания топором и всего остального. Удачи. Поняла, сейчас бы поваляться на дрипанном диване в общежитии Мактаун. Может, так поверить. Скоро мы с тобой сядем на этот диван, включим видеокассету и будем подтягивать что-нибудь горяченькое. Выйду на связь, когда найду радар и экран. Меня тут что смущает? А там хоть тепло будет? Так. Может быть... Да, нам в пауэрную лучше всего вначале зайти и отогреться. Это будет самым разумным решением моим в данной ситуации. Что за ветер? Он со всех сторон одинаково сильный. Так, теперь мы отсюда, откуда-то отсюда стартуем.
удар сюда. Ты, наверное, радар. Пусто. Я бы смастерил еще одну заплатку, наверное. Про запас. Давай, давай, давай. Так, сейчас, подожди, сделаем. Надо еще одну сделать тоже опять про запас, наверное. Еще, знаете, что? Вот этих две неизвестных, интересно, что это? А так он почему-то не брался. Твою мать. Ну, не настолько тут и сложный подъем на самом-то деле. Тут, правда, нахер все вынесло. Это дам. То есть тут холодно все-таки, да? Или как? Нет, вроде нормально. Так. Блин. Альпинистка моя, скалолазка моя. Отлично. Тут у нас установщик батареи зачем-то. Холдер, по-моему, называется это. Или как-то так. А ёперный театр, вы серьезно? Да ладно, она бы не полезла бы так, честное слово. Или мне нужно было по этому просто сделать. Это, наверное, была нормальная кнопка. Спасибо, хоть здесь работает. Сейчас говорит это, как будто, не знаю, там... зажарилась. Так. Давай, 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 давай. Что тут за ёперный театр? Ну, хоть тепло здесь будет, наверное, да? Фу. Есть. И что там еще? Антенна, да? Она, небось... через верх где-то.
давай, не хочу тратить керосин лишний раз. Я ж типа еще ехать долго буду, мне надо на всякий случай иметь. Давай вот так. Я не хочу прыгать, потому что мало ли. Хотя вот сюда, а потом сюда. Фу. Все, да? Блин. Увидели? Мой радар только что улетел. Да. Его, в принципе, из рук-то не надо было выкидывать просто. Это и в жизни как бы... Подошел, как в жизни, скинул его, чтобы он не мешался мне. Где-то хоть последняя сохранка интересная была. Мне ж страшно. О, нормально. А выйти отсюда, кстати говоря, не могу. А посмотреть, есть ли там выключатель или нет. Это будет очень смешно на самом деле. Радаром можно вот укрываться вот так. Ну, я не вижу тут. То есть кнопок нормальных не было, то есть я все правильно сделал? С другой стороны, может, мне бы и не дали бы тогда? Ползать по этим. Поверху-то. Черт его знает. Это, блин, ветрюган. Мне завтра на работу не так обидно будет идти. Потому что я буду сравнивать с этим и думать, блин, теплынь. Все, изоленту больше нельзя, да? Так. В принципе, наверное, на пауэр надо идти. Пойдем на полуприседках, потому что это все равно быстрее получается. Давай, ползи.
Я еще думал, минут 10-15 и все, а уже полчаса играем. Это мне еще телефон предупреждает, что он почти разрядился. Нет, серьезно, нахрена такие расстояния делать? Что за сборище, я не знаю, социопатов? Не-не-не, ты не то делаешь. Не надо закрывать дверь с той стороны. Окей. Телетайп? А. Окей. Ну-ка. Фу. Сколько времени прошло, я волнуюсь. Ты получаешь мои сообщения? Черт, меня бесит, что связи нету. Да уж, тут почти всегда так. У меня хорошие новости. Ты можешь превратить их в отличные. Забрал радар в рабочем состоянии. Теперь скажи мне, что я могу убраться отсюда. Ну, слава богу. Сообщил команде, ты бы слышал их реакцию. Я тут все ждал, чтобы сказать. Пилот 173, взлет разрешаю. Возвращайся домой. Наконец. С радостью. Надеюсь, не надо будет гонки делать. Надо строчить на этой штуковине. Позвоню тебе из своей новой тачки. Конец связи. Дрын-дын-дын. И че так, с разгону. Хопч. Мы просто канистру, кстати, загрузили. Мы даже там топливо, по-моему, не наливали. Все. Ну, это как раз игра из разряда инди. Во всех смыслах, в принципе. То есть, такая малобюджетненькая, не могу сказать, что тут большие локации, еще что-то. В целом, да, можно потратить вечерок, поиграть в нее, пройти. Да, мне понравилось, в принципе. Не могу сказать, что прям охрененная игра, там и прочее. Вот так вот инди надо делать. Нет. То есть, все довольно просто. Можно сказать, более-менее примитивно. Основная работа в данном случае все-таки у 3D-модельеров. Потому что тут, видите, сколько всяких там объектов пришлось им лепить. Там левел-дизайнеров. Ну, это, в принципе, в данном случае называют тех, кто вот это все расставляет по уровню. Ну и все, в принципе. Надеюсь, она там все нормально добралась домой. Дополнительная графика CGBot. Хотя видите, все равно местами это проносится. Да я понял, давайте уже как-нибудь ближе. Escape помог. Near Death она правильно вот называется. Ну, вроде бы все, даже сегодня монтировать, наверное, не буду, потому что и так уже довольно поздно, уже 3 часа ночи. Да. Я все-таки думал, что она не настолько мы долго будем в ней играть. Че, много тут народу? Дизайн, музыка, сценарий, голос пилота. Песенка вон та, которая, видимо, играла. Дополнительная графика, команда CGBot. Тут уже, видите, сколько.
народу для этого дополнительная графика. То есть, говорю, да, графика тут основное такое. Тестировщики. Кстати, русский, в принципе, неплохой. Если только там не было вот этой ошибки какая-то, помните, буквы S не хватало в каком-то слове. Не помню, если честно, уже даже в каком. То в целом, не знаю, вот эти опечатки, когда у него там руки замерзали. И прочие какие-то такие вот словечки. То есть, видимо, действительно, кто либо хорошо русский знает, либо, может быть, самого русского какого-то взяли. Короче, ясно. На этом все. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Тепла вам. Всем пока.